Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить. How cool is this? Да ладно. Мы продолжаем проходить Black Mesa. Мы находимся уже очень недалеко от комплекса Лямбда, который является нашей целью на протяжении всей игры. Вон там наверху мы оставили за собой напичканный. О, какая пакость! Взрывчаткой комплекс. Там нужно было именно не воевать, а пытаться как-то пробраться. Это было очень интересно. Но сейчас, похоже, в дело вступает стандартный боевик, который в Black Mesa также очень неплох. Мы спасли в конце предыдущей серии вот этого вот охранника, и теперь он будет с нами помогать нам в наших делах. Поэтому я назову тебя Пафнутий. Так что, Пафнутий, погнали. Кстати, нашли пушку. Очень такая странная. И очень странное место. Гордон засунул ей руку, чтобы ее контролировать. Но... В принципе, пушка неплохая, но стреляет она какими-то медленными, очень слабыми пулями, зато они восполняются сами по себе. Поэтому, в принципе, неплохо. Так, ты идешь за мной, Пафнутий? Roger that. Let's run like hell. Пойдем, пойдем. Ты же не хочешь тут умирать в одиночку? Да, братюнь. Солдат тоже можно поднять. Просто выполняет приказы. И нас можно понять. Просто пытаемся выжить. Хорошо. Но солдаты, конечно. Нам тут уже и с вертолетами, и с танками пришлось драться. И там с 10 противниками за раз. Это, блин, конечно. Офигеть, как сложно. Игра очень непростая. Именно в битвах с солдатами, в битвах с инопланетянами пока что все было, ну, вполне так стандартно для современных боевиков на уровне сложности хард. То есть терпимо. А вот когда с солдатами воюешь, там просто рвут. То есть успеваешь выйти из угла, и тебе... Мы и друзья мои искали какой-то вид оружия вокруг здесь. Ну, по крайней мере, пока мы были амбушированы. С какой-то удачей, мы близко к нему. Ладно. Я бы не отказался сейчас. Короче говоря, только выходишь из угла, и сразу же в ту же долю секунды ловишь пулю в лоб. Here, let me get out of your way. Да. Хорошо. Так, болтов у нас много. Тихо, братин, тихо, тихо, тихо. This is as far as I go. Да, тут и стой. Знаешь, пойдем-ка со мной. Yeah, let's go. Братюня. All right, I'll hold it down over here. Тут опасно. Ну как? Лови подарок. Петух. Хорошо. Don't forget to reload. Так, погнали. Let's get the hell out of here. Да, короче, церемониться с нами никто не собирается. Капец, что тут творится. Да, мы не попадаем. Блин, опять на свежий воздух вышли. Я не люблю местный свежий воздух, потому что на нем у нас все оборачивается, как правило. Капец. Это не очень хорошо, верно? Ушло. Ушло. Твою дивизию. Так, дружок, ты у нас... Чё ж ты тут... Чё у него с рукой увидели? Так, давай-ка стой тут. I'll wait here and help anybody else who comes by. Короче говоря, сам по себе, ладно, там как-нибудь разберешься. А мне тут нужно с броневиком, потому что там ты только будешь мешаться. А, ну это тоже хорошо. Давайте проверим. Отлично! Квантовая физика, урод! Хорошая пушка, мне понравилась. Пушка же, по-моему, называется. Квантовый ускоритель частиц. Так, ну что ж ты тут не заберешься?
Так, он либо там наверху, либо внутри. Скорее внутри. Ты посмотри, как его разнесло. Так, ладно. На той двери ничего нет. Сюда мы, понятно, не войдем. Но попробую твой... Да что ж с вами не так-то все время? Вошло, нет? Да, блин, я не понимаю, как они летят. Ну, замечательно. Да ёлки-палки. Короче, надо загрузиться, блин. Уф, так. С этими гранатами у меня вечно какие-то проблемы. Ну? Чё, получилось, нет? Если чё, я добавлю. Хорошо. Отомстили. Так, это мы сбросим. Ребят, там все равно уже знаешь, что я тут. Пусть и гранатомет, поэтому можно и пошуметь. Так, нет, придется по-любому туда идти. Ах, скотина. Вот видите, я про что говорил. На долю секунды вылазишь. Блин, ну 3%, это же издевательство. Сохранимся, конечно. Фу, блин. Принесло. Фу, так, что мы тут вообще делали-то? Ладно, туда пока не идем, потому что нам там сейчас сразу накостыляют. На ящиках ничего. Вот отлично, уже что-то. По складам, короче, каким-то ходим в этой серии. Хм, слушай, это хорошо. Только... А, понятно, смотри, что у нас тут есть. А то я маленько завтыкал. Так, хорошо, давайте посмотрим, что мы... Ну, эта дверь не откроется, понятное дело. Вот тут у нас что? Спокойно все. Братюня, извини. Не поспел я вовремя. Так, не открывается. Ну ладно, пойдемте наверх, тогда попробуем. Солдаты. Ненавижу солдат. Так. Вроде тихо все. Обычно, когда они поблизости... О, как хорошо. Когда они поблизости... Freeze! Oh, finally. Someone who ain't trying to kill me. You ain't trying to kill me too, right? Right. Well, from the looks of it, you got an eye for the finer things in life. Check this out. Open sesame. Oh. Here it is, Doc. The motherlode. Можно? What can I say? I got an expensive taste. Офигеть. Все, что душе угодно, да? Так, сейчас надо будет перезаряжаться, конечно. Офигеть. Здесь, похоже, все Black Mesa арсенал. Так, ну что?
Reload, Dr. Freeman. Да, сейчас это долгий процесс будет. Все оружие перезарядить. Да, что ж ты стреляешь-то? Я вообще кнопку не нажимал. Как это получилось? О, так, это странно было. Ладно. Я даже палец там не держал. Так, вогнали все. Похоже, сейчас будет серьезный замес, так, по ощущениям. Ой, да ты бы видел, как. Так, с этим все в порядке. В итоге берем тебя. Берем тебя. Так, я думаю, будет нормально. You must be the guy the other scientist's been talking about. Man, you sure pissed them soldiers off something fierce. А что если к нему второго солдата привести, который там остался в туннельчике? Сейчас тоже дорога безопасная будет, я думаю. Half-Life XE. Понятно. Are we lost? Ты со мной, что ли? Ну. I'm gonna stick around here. See if I can't round up a posse with my radio. No way am I letting all that gear go to waste. Понятно, уходить не хочет. Давайте второго попробуем сюда привести. Может, это будет трогательная встреча двух старых друзей. Хотя сомневаюсь, честно говоря. Но чем черт не шутит? Так, вроде спокойно. Пока что без изменений тут все. Поэтому давайте по-быстрому. Ох, офигеть. Что тут было? Братюня, я тебя друга нашел. All right, let's go. Он не про этого друга говорил? Или нет, он говорил про друга, который у него убило, прежде чем они нашли этот арсенал. Но я нашел. Так, идешь? Так, мне как-то он туда куда-то сейчас нужно будет попадать, похоже. Не знаю, сейчас посмотрим. Не могу пока об этом думать. Охота, чтобы они побыстрее встретились. Так. What say you, me, and the doc here grab what we can and get the hell out of Dodge? Ah, we should probably wait a while. Let things die down a bit. Ну, хоть что-то. Well, I guess I'll take a load off. Отдыхайте, ребятушки. Так, ну, в принципе, давайте еще один патрон возьмем для дробовика, который я случайно выстрелил. Не берешь? Ну ладно. И теперь нам, похоже, отсюда нужно двигаться, да? И здесь у нас будет по второму этажу прыжок на соседнее здание, если я все правильно понимаю. Так, ладно, отлично. По полной заряжены, с полным боекомплектом. Что же тут нас может ждать такое? Что ж, прям так подготовили. Да, я, похоже, был прав. Он мне своим дует напоминает Бена Стиллера из фильма «Старский хач». Он там тоже под конец такой нефтяного магната изображал. Говорил, дует, дует. Хорошо. Фу, так. Подожди. Хотя да, в принципе. Приготовились. Сейчас набежит их. Ты посмотри, сюда прилетело, что ли? Что это вообще такое? Так, ну мне очевидно не в эту сторону, да? Потому что тут ничего хорошего нет. Так, давайте в приседе двигаться. Это... О, ребята, тут у нас просто бойня была. Блин, бегут. Уже услышали меня. Кто-то полз, кому-то в пузо, похоже, досталось.
Ага, вы подо мной, получается, поэтому не можете на меня пока напасть. Ну что ж, это хорошо. Так, ладно, тут у нас ничего. А так, по сути, они уже знают, что я здесь. Очень слухастые такие ребята. Как это вообще могло произойти, такая дырень? Так, нужно что-то более скорострельное. Так, в принципе, вот так-то, я думаю. Сохраняемся. Да где вы, мать вашу? За ногу. Еще? Япона мать, это что за спецназ такой опять? Бсот очередной. Так, ну я понял, это мы только что сверху были. Там и... Офигели, что... В НБА бы тебя взяли, да, хорошо платили. Ну вы смотрите, как стреляют, это же... С гранаты, конечно, молодца. Блин. Может, не отчит и защитил? Где-то слышу, есть еще один. Сейчас спущусь. И он мне засандалит спину, нет? Так, ну ладно, живой. О, братюня. Соболезную. Фу, хорошо, по крайней мере, как-то, ну, более-менее, так скажем, прошло. Система пожаротушения, как я вижу, сильно помогает. Эпик фейл. Ох, капец, у нас молния сверкает. Так, ну... А, вон туда наверх. Я уж подумал, что в тупик пришел. Ладно. Самое главное, в огонь не упасть. Это будет неприятно. Возможно, мне... Да нет, мне отсюда нужно как-то... А что будет, если я сюда попаду? Что мне это даст? Может, мне просто взломать те? Это вроде тоже нет. Так, ну хорошо, допустим. Да, блин, он не лезет и все. Фу, так. Не люблю прыжковые упражнения. Ненавижу. Нет, похоже, туда вообще просто нельзя запрыгнуть. Хотя, может, я ошибаюсь. Знаете, ребятки, можно попробовать... Сюда. А, вот, точно, на самом деле так и нужно. Так, теперь по разломанной стене. Почему-то мне это люто напомнило I Am Alive игру.
если вы помните такую. А, ну вы-то помните, она на компьютер недавно вышла. Так, сейчас сюда, что ли? Ну это смешно же просто, но... Паркур прям, да? Так, что это нам дало? Ничего. Вообще сюда прыгать не надо было, похоже. Блин, куда я попал? Куда мне идти-то вообще? А, может мне сюда спрыгнуть? А эту штуку тогда как взять? Не так явно. Ну ладно, пошли сюда, короче. Не знаю, как я эту энергетическую ячейку взять. Может, в будущем. Что тут? Так, хорошо, тут что? Что здесь вообще делал спецназ? Что в этом здании можно защищать? Я не знаю. Отлично. Хорошее такое приветствие. Да, блин. Да, елки, давай достал быстрее. Ну. Да ты вообще что ли с дубу рухнул. Фу, хорошо, я так спрыгнул, мне сразу в ту же секунду прилетело. Да, елки-палки. Как все вовремя, как все вовремя. Да, офигеть, еще вас тут не хватало. Откуда? Так. Фу, короче, сейчас придется, похоже, пострадать. Офигели совсем, что ли, ну... Где еще кто? Это что за мучение? Ну понятно. Офигеть. Хорошо, так и куда хочешь, говорит, туда одевайся. Не волнует их тупо. Да вот так вот. Блин. Это мой чистый эпик фейл был. Давайте-ка мы. Сядем сюда. Возьмем, скажем, дробовичок. Сохранимся. Да. Игра, ты, блин, мне вообще никаких шансов не оставляешь. Вот сейчас тупо на секунду вылезу и хапну. Ну, конечно. Восемь процентов. Ёлки-палки. Еще бегут, нет? Или можешь сохраниться? Хотя здесь я не думаю, что с такими жизнями сохраняться хорошая идея. А да ладно. А, так, ракетница. Твою мать. Проморгал. Четыре процента. Супер. Кишки прилетели. Круто. Ай, блин, ну. Не, ну это просто издевательство какое-то. Нельзя так. Тупо нельзя. Ладно. Фу, короче говоря, ребята, я маленько пробежал. Я тут умираю уже полчаса, поэтому я думаю, меня простите за то, что я вам не покажу, как я тут пробегал. Это просто капец какой-то. Поэтому я просто не знаю, что тут делать. Это место до смешного сложное. Такого не бывает просто. Это ненормально. Просто там, мне чтобы показать, как я там пробегал, я там по метру пробегал где-то за, наверное, за минуту. Постоянно умирал, 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 умирал. А сейчас у меня получилось пробраться в этот... ну, это капец, короче. Враги респаунятся бесконечно. Это просто худшее, что может быть в игре. Это до смешного сложности доходит.
Ну, наконец-то. Фу, вот это была боль. Теперь они, по крайней мере, респауниться не будут. Это не означает, конечно, что они перестанут меня убивать. Потому что прилетает от них стабильно и просто страшное дело как. Так еще из пушки кто-то стреляет, что ли? А кто стреляет по мне? Не надо по мне так стрелять. У меня патронов уже просто тупо не осталось. Я все на них потратил. Похоже, там танк приехал, да? Ну да, Абрамс. Только его же и не хватало нам. О, так, что же делать? Я не знаю, по идее, конечно, уже... Просто до смешного доходит уже, ну, ладно. Блин, я думаю, это выход. Мне что, вниз обратно спрыгивать придется, что ли? Да, задачка. Ну, я понимаю, что можно. Ну да, можно. Так, я уже на жилец, похоже. Да. Короче, в этом месте я умер рекордное количество раз. Такой боли я не испытывал ни в Дарке, ни в Demon's Souls. Это просто какой-то капец. Сейчас я просто тупо спрыгну вниз. Вот тут вот. Ну да, это мне сильно помогло. Это даже не хард. Нет, в игре разработчики переборщили. Именно переборщили со сложностью. Процента. Я манал. Так. Во, хорошо. Да. Вот это была боль. Ну, не знаю, но я думаю, я с ним сейчас еще встречусь, с этим танком. Не знаю, что дальше будут. Боевые шагающие роботы. Танки это просто перебор, по-моему, нет? Ой. А, ну тоже нормально. О, да что ж такое-то? А, ну все понятно. Кто-то дверь не открывалась. Давайте здесь, я думаю, закончим эту серию. Она была полна боли. Ну, я ее по большей части вырежу. Я просто покажу вам, как я вот добежал до сюда. А вот эти все бесконечные смерти, вам быстро на них надоест смотреть. Поэтому я избавлю вас от этого унылого зрелища. Так что, в принципе, я разочарован сильно последней частью игры. Она сделана через жопу, честно скажу. Вот эта вот битва с вертолетом и все, что после него было. Практически все вот эти вот перестрелки с солдатами, они как-то вообще никак сделаны. То есть слишком сложно. Дело тут не в моих рефлексах, а... Ну, просто натурально, когда вылетаешь из-за угла, и первую же пулю там сносит по 30% жизни, это странно. Но, по крайней мере, пройдем, никуда не денемся. Надо бы в следующей серии что-то сделать с этим танком. Но в целом все очень круто. Так что увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.